Это было такое перетягивание каната. Чью сторону ты выберешь? Я понял, что меня разрывают надвое. Всегда было так. Либо ты на моей стороне, либо ты для меня мертва. Впервые отец увидел меня в суде. На руках у бабушки. Казалось, что она вообще не хочет меня знать. Это тяжело, когда приходится остановиться и задуматься. Твой ребенок не хочет тебя знать, потому что его так научили. Один родитель становится родителем, а второй, в лучшем случае, посетителем. А в худшем будет полностью стерт. И во многом это происходит из-за нашей судебной системы. Вот что я помню о суде. Мне пришлось врать судье. Простите. Это рушит жизни. Это банкротит людей ежедневно. Это вырывает детей из домов. А еще, это индустрия на 50 миллиардов долларов в год. Не платите алименты, идете в тюрьму. Уолтер Скотт решил бросить машину. По документам, у него 18 тысяч долларов долгов по алиментам. Эти отцы не пропавшие, они разоренные. Неважно, что я говорил. Неважно, какие доказательства я привел. Судья даже не взглянул. Он даже и близко не такой, как мне рассказывали. Если 22 миллиона взрослых страдают, это значит более 22 миллионов детей. И последствия для психического здоровья серьезны и длительны. Мне крайне тяжело видеть, что вас так много, кто с этим сталкивается. Мой отец был стерт из моей жизни. Это происходит по всему миру. Это не проблема прав отцов, это не проблема прав матерей. Это проблема прав человека. Моя дочь была отчуждена от меня большую часть жизни. Она позвонила мне, сказала: «Папа, время возвращаться домой». И она вернулась домой. Если бы суды давали проживание 50 на 50, мне было бы легче. Я бы не чувствовала такой пустоты. Я бы не знала, что такое жизнь без одного родителя. Новый закон вводит проживание 50 на 50 по умолчанию. Почему в законе нет совместной опеки? Потому что есть особые интересы. В законе нужно четче поддерживать интересы детей, совместную опеку. И это движение в нужном направлении. Подпишите! 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 Я хочу показать миру, что конец может быть счастливым. Через 10 минут мы поедем в суд, чтобы я мог законно переудочерить свою дочь, стирая семью.